Салам алейкум, пацаны! Поздравляю! Новые кулаки, которые каждый из вас может приобрести. Также, конечно же, новое кольцо фортуны. Новое кольцо фортуны. И, конечно же, друзья мои, новое событие, где будет все бесплатно в честь Рамадана. Ролик будет прям бомба. Ставь лайк, подписывайся на канал. А мы приступаем. Первое, конечно, хочу вам показать. Это, конечно же, в этом месяце, после 20-х чисел, должны выйти у нас кулаки. Вот прям бомбовые кулаки с эффектом воды, да. Просто надевать все Тимура и всем просто наваливаете, да? Бомба. Так что ждем в этом месяце новые кулачки. Наконец начали выпускать новые кулаки, да, у нас на регионе. Дальше. Не забывайте новое кольцо фортуны. Да, также новое кольцо фортуны ждем на нашем регионе 12 марта. Да, будет выходить. Это получается скайджет. Вот такой вот скайджет бомбовый, да, в виде питомца, да. И также получается появление в лобби эмоция. Вот такая вот будет бомбовая. Это все ждем 12 числа. Топово. Также, конечно, друзья, мы не забывайте, что также на зарубежном регионе начали выходить новые события в праздник Рамадана. А это означает, что не исключено, что на нашем регионе тоже это появится. И тут мы сможем получить бесплатные вещи. Это, конечно, мы получаем бесплатный парашютик. Это получаем мы бесплатную сковородку. Это получаем мы бесплатный наборчик. И также получаем разные, получается, себе задания. Да, получаем, вы их выполняете и получаете жетоны. И эти жетоны вы также сможете обменивать на определенные награды. Бомбово, я считаю, это реально очень бомбово. Сразу говорю, вот это событие не 100%. То, что будет в нашем регионе. Ну, по крайней мере, я вам показал, что выходит на зарубежке. Так что, возможно, в честь Рамадана у нас добавят это событие. Кстати, друзья мои, у нас скоро Рамадан, да, поэтому не исключено, что это событие у нас появится. Ну, по крайней мере, я вам пока показал то, что будет 100%, и то, что кулаки будут 100%, рулетка будет 100%, да, кольцо фортуны. А вот про это событие пока, друзья мои, чем ближе к Рамадану, тем больше будет точной информации. Всем все ясно? Не забывайте, друзья мои, также, всем говорю всегда, делитесь видеороликом с друзьями. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. У нас уже завтра будет стартовать прокачка аккаунта на целых, друзья мои, да, на целых 5000 алмазов. И, кстати, завтра на стриме в 9:30 утра по московскому времени, завтра на стриме, я буду отдавать аккаунт, да, 70 уровня в честь 300к подписчиков. Так что, если ты хочешь получить себе аккаунт, завтра заходи на стрим, и если ты, возможно, даже ты заберешь себе аккаунт 70 уровня и очень донатерский аккаунт, олдовский. Так что завтра все жду на стриме. После этого видеоролика можешь сейчас зайти уже на мой стрим, поставить лайк, потому что стрим уже запланирован. Ну и, конечно, этого не забывайте, всем всегда говорю, не забывайте подписываться на мой второй YouTube-канал, называется DistriLife. DistriLife. Ссылочка будет в описании. Там это мой второй YouTube-канал, да. Что мало ли, если мы на этом YouTube-канале не сможем стримить, ну, всякое бывает, то мы всегда сможем стримить на резервном канале, на резервном. И это будет канал моего сына. Там, кстати, скоро будет видеоролик с подписчиком. Так что ссылочка будет в описании. Подписывайся, буду тебе очень благодарен. Ну, друзья мои, спасибо всем за просмотр. Знаете, вы самая лучшая аудитория. Не забывайте, конечно, также, друзья мои, если у вас возникают какие-то сложности при донате, ну, не можешь тебе сдонатить, но не получается. Вы как пишите, я вам помогу сдонатить. Доначу я через официальный сайт, да, Garena Shop. Через меня алмазы приходят. Ой, какой официальный сайт, ё-моё, у меня уже все в голове. Через проверенный сайт, через меня алмазы приходят быстро и безопасно. И точно вам все придет, все алмазики, прям в точности вам придет на ваш профиль. Ну, на аккаунт. Всем все ясно. Все, братва, бежимся на мой стрим, на телеграм-канал подписываемся. И не забывай делиться видеороликом с друзьями. Кто поделится, вот красавчик. Все, всем пока, до новых встреч, вы лучшие. Спасибо большое всем за поддержку. Пока.